Серёнь, что скажешь, тебе нравится, как получились стопы у нас? Отлично. Вот так вот сделали, углубили вовнутрь. Ангельская глазка, вот такое одно. Гарри, четко? Одно ангельское глазко. Глазко? Глазко, блядь. Ваша мне шоколадка. Короче, вот так вот. Это ты как обычно со своими этими делами. Ну, вот так вот это получается. Углубились вовнутрь, сделали вот такой вот подиум. Короче, надо делать дальше еще такие же дела. Так, а тем временем я закончил уже и правое крыло, зазорчик уже весь подогнал, форму уже все сделал, как должно быть по S13 двери. Короче, дальше уже буду делать передний бампер, устанавливать и делать под него башбар. Короче, сейчас самое интересное будет, когда уже будет выставляться вся морда. Так, ну накинул уже бампер и уже виднеются моменты, которые нужно устранять. Вот тут, допустим, не стыкуется бампер с крылом. Нужно будет подрезать вот эту вот часть, выравнивать ее, делать так, чтобы все становилось у нас четенько. Вот это, заваленная эта часть, где радиатор должен быть. Так что все будем это чинить, все будем подгонять, все зазоры будем улучшать. Короче, будем делать так, чтобы все было красиво. И снимать потом матрицу уже с подогнанного полностью обвеса. Короче, процесс у нас продолжается.